сейчас делаем, в принципе, то же самое. Сейчас делаем то же самое, только при этом я, к примеру, держу человека за руку. И залажу центр головы. После чего я представляю, то есть мы должны стать одним целым, и я представляю, как человек садится. При этом я не только представляю в плане визуально, я еще ощущаю на физике свое тело, тело человека, и при этом ее сажу. То есть включаетесь в человека и заставляете его сесть. Не знаю. Сами... Просто я знаю, что я должна сесть. Но да, вот это так, понимаете, такой непонятный момент. Теперь моя задача, в принципе, то же самое, только я ее удержу. Теперь она пытается встать. Но встать не может. Пытайтесь. Топайте. Мы же не надо на вас смотреть. Моя задача ее пригвоздить. Тоже отслеживайте момент, когда к вам залезли, момент воздействия. Поехали по парам. Как делать, понятно? Да. Еще раз. То есть вы объединяете, в принципе, в одно целое. То есть это становится один человек. Не два человека, вы становитесь единой системой. После чего ваше задание больше на ощущения. Заставить человека сесть, встать, ну, уже по-разному. Прямо. Поехали. Места у нас достаточно.